сектор Чеканы. Наши дороги, наша гордость. Примария работает, коммунальные службы празднуют, потому что есть чем гордиться. Есть гордость, есть дороги. Дороги в хорошем состоянии, потому что примария вовремя выделяет деньги, спокойно проезжают машины, никаких заторов на дорогах нет, никаких пробок не создается, а злые языки, которые говорят, что дороги плохие, могут пойти пешком. Пешком полезно для здоровья. Перекресток, перекрестки, светофоры, светофоры не работают. Почему не работают светофоры? Видимо, не доплатили. 2 миллиона леев полгода назад потратили, но светофор не работает. Но водители у нас опытные, знают правила дорожного движения. Никаких проблем на перекрестке не случается, потому что все ездят по правилам дорожного движения. Если какие-то препятствия встречаются на пути, их можно запросто объехать. Дороги широкие, поэтому объехать можно. Ездят спокойно маршрутки, общественный транспорт ездит хорошо, никаких проблем нету. 57 миллионов в прошлом году, 17 миллионов на дороге в этом году, все нормально у нас. Дорога отремонтирована, да, есть камни, гравий какой-то, щебень, это все рассредоточится, все будет нормально. Асфальт тоже может быть рассредоточится, а может быть и нет, месяц продержится. Водолыводская, гордость Кишинева. Гордость Кишинева, потому что связывает Кишинев с городом-курортом Водолыводы. Машины едут бодро, иногда здесь создаются пробки, но мы пробок не видим, поэтому, опять же, это все наговоры врагов. Врагов муниципальной либеральной власти. Это у нас дорога, перекресток возле ТЭЦ-1. ТЭЦ-1, движения практически нету, промышленная зона. Зачем нам здесь дороги? Дороги нам здесь не нужны. Таксисты хорошо и так проезжают, без дорог. Движение хорошее, никаких проблем не возникает. Здесь сделали дорогу, прокладывали, видимо, коммуникации важные. Дорогу сделать не успели, но это не важно. Важно то, что мы сейчас находимся у Северного автовокзала, дорога прекрасная, никаких претензий нет. Любой может приехать с севера Молдовы, посмотреть на дорогу и уехать себе на север, чтобы всем рассказать, какой прекрасный европейский город Кишинев.